Они были молодыми и немного сумасшедшими. Они любили Францию и приключения. Они станут героями. Эта история стала легендой, но все в ней правда. Я хочу рассказать вам необычную историю, которая приключилась с нашей компанией друзей. Нам было по 20 лет, и у нас была единственная мечта – бороться за свободу Франции. Именно ради этого генерал де Голль отправил нас сражаться в советское небо. Французскими летчиками, летавшими под красными звездами.